Жизнь – то драгоценное, что есть у нас. В ней мы проходим через многое, переживаем, любим. Есть те, кто на протяжении всей нашей жизни проходит это вместе с нами. Они всегда рядом, даже если мы одни. Они любят нас такими, какие мы есть. Они принимают наши удачи и неудачи. Они всегда помогут в трудную минуту. Они готовы отдать себя полностью ради нас. Они готовы взять нашу боль на себя. Они всегда готовы нас принять. Они гордятся нами, ведь для них мы драгоценность. Они всегда желают нам самого лучшего. И неважно, сколько нас, они готовы уделить время каждому. Но мы не всегда замечаем их. Иногда мы раздражаемся из-за заботы о нас, а бывает и уходим от них. Но они всегда ждут и верят в нас. Ведь каждый наш день – это все благодаря им. Нашим мамам. Знаешь, мама, день обычный, без тебя нам не прожить. Слово «мама» так привычно, с первой к ней говорить. Стоит только приглядеться, целый мир согрит вокруг. Теплотою маминого сердца, нежно к добрых рук. Мама, друга нет дороже, веришь ты, наш каждый взлет. Кто еще, как ты, поможет? Кто еще, как ты, поймет? Так давайте будем ценить, беречь, любить так, чтоб никогда не пожалеть о том, что не сделали это. Благословений вам и здоровья, наши мамы!